Ами ковры – это всегда потрясающий выбор. Овчин ковров с длинным ворсом. Современных ковров и дорожек. Ковров ручной работы. Торговый комплекс XXL. Второй этаж. Здравствуйте! Вот и наступил май. Несмотря на то, что погода нас пока еще не радует своим теплым солнышком, мы желаем, чтобы солнечное настроение всегда было вашим сердцем, чтобы на душе пели птицы и цвели цветы, а жизнь была просто сказкой. Вы смотрите программу «Каждый день» в студии Ирины Черной. Ищите универсальную семейную клинику, в которой взрослым и детям оказывают все виды медицинской помощи, у нас есть верное решение. Первая частная семейная клиника в Оренбурге. Консультативно-диагностический центр. Диагностика, лечение и профилактика заболеваний по всем направлениям современной медицины. Город Оренбург, улица Кирова, 13, корпус 1. Доверяйте свое здоровье хорошим врачам. Консультативно-диагностический центр в гостином дворе. Квалифицированная медицинская помощь в удобное для вас время. УЗИ всех органов, лабораторная диагностика, консультации маммолога, уролога, андролога, иммунолога и других узких специалистов. Доверяйте здоровье хорошим врачам. Ну а сейчас о погоде на среду, 3 мая. В Мартуке пасмурно, ожидаются осадки в виде дождя. Температура воздуха составит плюс 13 градусов. В Алге малооблачно, небольшой дождь, столбики термометров покажут 14 градусов. В Хромтау облачная погода, осадки в виде дождя и гроза. Температура воздуха составит плюс 10 градусов. В Батамше пасмурно, синоптики прогнозируют дождь, 9 градусов тепла. И в Шалкаре малооблачно, небольшой дождь, 19 градусов выше нуля. А сейчас о погоде в Актобе. Мемориальный музей имени Алии Молдогуловой 4 мая в 11:00 на Аллее Героев организовывает встречу с потомками участников Великой Отечественной войны, приуроченная к юбилейным датам героев-актюбинцев. В эфире нашего телеканала в среду 4 мая в 21:00 мы покажем фильм «Сволочи». Ой, не успеет. Что за... Кто укладчик? Кто парашют укладывал? Я укладывал. У него трос оторван. Смотрите. Да. Вон оно что. Это кто ж так здорово придумал шпильку загнуть? Проверьте на мальчике, нет ли подтверждения принадлежности к нашей школе. Закопать там, где-нибудь возле дальнего поста охраны. В кинотеатре «Локомотив» вы можете посмотреть мультфильм «Волки и овцы. Безумное превращение». Создатели мультфильма погрузят вас в удивительный лесной мир, в котором живут говорящие животные своей особенной жизнью. Главный персонаж – веселый волк Серый, на уме у которого лишь забавы и пляски. Он ругается со своей подругой-волчицей и решает стать серьезным и ответственным самым легким путем, выпив волшебного зелья. Но неожиданно превращается в барана. Волк сказал, волк изменился. Серый превратился в барана. Тощий, перестань меня жевать! Друзья, произошла трагедия. Он погиб. Что ты со мной сделала? Не бойся. Сюрприз. А это Серый так делает Генке предложение? Найти цыганку, выпить зелье и пуф, я снова волк. Безмозглые травоеды, время показать вам, кто здесь хозяин. Партнер нашей программы – Ами Ковры. В Ами Ковры вы найдете множество классических и ультрамодных современных ковров, наличие и большой выбор ковров, машинной и ручной работы.
Город Оренбург, проспект Автоматики, 28А, торговый комплекс XXL, второй этаж. Посмотреть весь ассортимент, а также заказать любой ковер вы можете на сайте amiковры.ru. А я с вами прощаюсь и до встречи в эфире. Ами Ковры – это всегда потрясающий выбор. Овчин ковров с длинным ворсом, современных ковров и дорожек, ковров ручной работы. Торговый комплекс XXL, второй этаж. Консультативно-диагностический центр в гостином дворе. Квалифицированная медицинская помощь в центре и на дому. УЗИ всех органов, диагностика, консультации мамолога, уролога, андролога, иммунолога, невропатолога, психотерапевта и других узких специалистов. Доверяйте здоровье хорошим врачам.